Проще состояние. Так, всем привет, Сайдан, ты и Роман. Сегодня мы продолжаем играть в Portal 2. Мы не помним, на чем мы остановились при записи, так что я даже не помню. Хотя сейчас посмотрим. По-моему, когда я стримил с Вейдом, это было хер знает когда. Мы, по-моему... Вот Аркера фея. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну вот и мой мир. Нет, это не тот. Нет, мы с Войдом другой какой-то проходили. Да пойдем сюда. Мы все равно его не пройдем. Ну тогда сначала хотя бы. Сначала даже вы не сложные. А они легкие. Ну да. Ну а запись ставим, да. А мы сейчас их на раз-два пройдем, ты что? Мы только забыли нахер. Ох, вообще по-хорошему надо бы начать вообще полностью кооператив отснимать по новой, но это еще на года два. Прошло 100 тысяч лет с тех пор, как я налево иду, иди отсюда. Я налево пойду. Все, ты направо то. С ними все в порядке. Мы изучили науку без вашей помощи. Теперь это испытание за херня, это вид искусства. Люди настояли, чтобы я показал вам будет свои последние инсталляции здесь, в будущем, где все люди живы. Первый шедевр называется Турели. Он показывает, что мы машины, подчиняющиеся простым командам и причиняющие боль вопреки своим желаниям. Не слишком увлекайтесь подтекстом, потому что главная тема произведения, что они будут в вас стрелять. А, у меня есть кубик, сейчас я их убью. Ай. Романыч. На окно пачку, пожалуйста. Знаешь, что? Что? Тебе надо как-то переслать мне кубик. Как? А я не знаю, но как ты мне должен переслать? Я знаю, как тебе переслать кубик. Только знаешь, что... Лови. На кнопочку, пожалуйста, нажмите. Все спасибо. Еще раз на кнопочку встаньте, пожалуйста. Спасибо, что вы встали на кнопочку. А, ну теперь на, вот тебе вот так, так, и постреляй. Рома, кубик мне пришли, пожалуйста. Что он делает? Я его уронил. Смотри, прикол какой. Ну. Видишь? Он забагал, да. На кнопочку, пожалуйста. Ой. Ну, короче, постреляешь в моих говняков. Угу. Меня видел там? Сделай эти пулеметы ставить. Да, видели. Ты обоих убил? Видел ты бы тот баг, который вижу я. У меня как бы он как стрелял лазером, так и стреляет. Так, и что мне делать? А теперь я ты мне должен отправить кубик. Так. Я жду. Gotta go fast. Оп. И нахрена мне он? Самому интересно. Ля, куда я могу еще попасть? А на фэга мне сюда? Это я. Дай мне снова его, пожалуйста.
Готто фаст. Где он? Ёпта, стой! Он слишком прыгучий, давай снова. Ты видишь, блин? Я не могу его достать. В игре Дэдпул была бы фраза сейчас. Отдай геймпад тому, кто не сосет. Чем? Да. Ну, походу, что-то ты должен как-то досюда его донести. Как? А, вон как! Ну, я не знаю! Иди снова нажми на свою кнопку. Как эти нажми? А, помню. Не, и как эти... Ну, и на нее нажму я, и... Ну, и придет к тебе шарик. Да я за несколько секунд должен успеть тогда переставить порталы. Ты беги, переставляй. Принимай кубик. Да нет, принимай! Или что ты сделаешь? А я что должен сделать? А я должен его там поймать. Лови! Почти. Я только сейчас догадался. Блин. Go too fast. Ну. Подожди, что? Как он там отказался? Ой, да подожди. Ну-ка, давай, ещё раз. Надо кнопку действия, надо другую поставить. Сейчас я кнопку действия на другую кнопочку поставлю по-быленькому. Ой, будет четвертая кнопка мыши, потому что мне пипец на среднюю жать лень. Все, да? Впрочем, спешить нам некуда. Ой, здоровый. Все хорошо. Это что, ёбнуло сейчас? Не знаю. Такие идут, а что сейчас ёбнуло? Не знаю. Сейчас я обосрался, сам все слышал. Ну как-то страшно. Я тебя. Так чем себя у тебя случай прилично. Ну только редко, правда, но все-таки. Эта работа называется хрясь. Раннее примитивное произведение. Даже неловко. Я чуть не охерел, короче. Впрочем, вас все равно раздавит. Год. И нахера? Ну. Как это делается? Сейчас все покажу, смотри. И что я сделал? А, теперь тебе надо туда. Ясно. Иди. Яшненько. Мы поедем, мы помчимся на лёгких утром ранним. И нечаянно нарвемся прямо в снежную. Прямо в снежную. Роман. Чё? Ты идиот. Что я сделал? Твоих порталов не дало, куда ты поехал? Рома, блин. Так, всё. Романыч! Во что ты приезжаешь, что порталы вырубаются, я не пойму. А, я понял, что происходит. Это я считаю вот этот. Все, вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Так, как-то оно должно, короче. Рома! Чё?
Сюда свой порталь поставь. Теперь кубик кинь в него. Теперь, короче, давай сюда. Учись у профессионала. Что ты делал? А ща увидишь ты фокус. Если я правильно его сделал. Я его чуть-чуть неправильно сделал. Ну так ты передвинь. А я его там сейчас положу правильно. Подожди, его не обязательно так глупо отправлять. Че ты там говорил правильно, да? Ох, лол. Кубик давай. Ой, кубик. Ой, кубик. Криво. Я к нему поплыл, короче. Я вообще к нему не поплыл. Ёптать! Романыч, ты не поедешь, что надо сделать? Чё? Давай сюда, кубик. На. Пошли. Это мы должны еще с первого раза все сделать. Понял, в чем подвох? Изи! Почему тесты экспонату и взаимодействуйте с ним так, чтобы это можно было назвать поиском решения. Словно... What the fuck? Ты видел бы эту картину Репина, которую сейчас... Я тоже видел. Тоже от первого лица? Ага. Тут тоже есть слово. Ой, сейчас люди, кстати, посмотрят вот это вот все, да? Скажут. Ёптать, никогда не в последний раз это записывали. Ёптать. Надо, кстати, посмотреть, когда показывает невозможность самопознания, если ты связан противоестественным стремлением к безопасности. Вы поймете, о чем я. Ёптать. А это как? Ёптать. Романыч. Вот тут я, короче, я не знаю, как мы с тобой когда-то проходили. Потому что это какая-то жесть. Ты дал пальцем. Я лично не понимаю, как это делается, но... Короче, факты стоят фактом, но надо как-то пролететь тут. Причем пролететь так, чтобы сквозь эту поебень. Причем очень вовремя. Как это сделать, я даже не знаю, нихуя, нифига. Ага. Потому что я могу, например, попасть... Так, я уже представляю, подожди. Туда, не знаю куда. Сейчас подожди. Зачем, не знаю, но зачем-то. Так, ну-кась сюда. Ага. А вот здесь... Не, но я надо... могу как бы разогнаться, нахера это мне? Ага, здесь ты можешь разогнаться, да? На моих порталах, пожалуйста. Все, сейчас ты полетишь. Прыгай в мои порталы, ты где? Ну, я лечу. Ну, допустим. Ага, как ты туда попал? Обычно я не люблю, когда испытуемые привносят субъективный взгляд в мои художественные произведения. Ну, как тебе, бля, сказать-то? Как вы погрузили свое мнение в кислоту, было очень красиво. А куда я попал? Вон туда. А, я понял, как ты туда попал. Так, ну туда надо попасть таким образом, чтобы у тебя там два портала стояло. Подожди, я хочу там побывать. Что там есть вообще? Там ни хрена нет, да? Давай, а, пожалуйста, в мои порталы. Красный ставь. Вот полетел ты, допустим, да? Ну и чё?
Ну попал ты туда. Каким-то образом, да? У меня должны где-то стоять. Стоп. Ах ты, ёшкин кокос. Ёшкин кокошкин. Короче. Я нихуя не понял, как надо попадать туда. Мне кажется, мы что-то забываем сделать. Я вижу кнопочку. Он как мне... О, точно. Как сквозь прилететь? Ага. Почему там есть кнопка? Такс. А. Так, а чё мне это за... О, Романыч! Это было бы последнее действие. Да мы с тобой иди было, я не понимаю, как нам туда попасть. Нам надо туда попасть, поставив портал туда. Тихо, Вася, тихо, не кипишу, у меня идея появилась. Так, Вася, ты чё сделал? Блин, я в другую сторону вообще смотрел. Эти экспонаты... Вася, ты ох, Вася. Иными словами, ямы наполнены настоящей кислотой. Как в детском музее с большим бюджетом. Бляха, муха. Как бы... А как бы... А как бы, как бы... Романыч! Вы что, соревнуетесь в том, кто больше восхищается кислотой? Да. Как оно заказалось? Это робо-баба. Так, вы, блядь, это прошли когда-то. Я не знаю. Но мы же эту хрень как-то прошли. Смотри, тут можно разогнаться. А зачем нам нужно разогнаться? Рома. Че? Я не понял. Подожди. Ну как-то же можно, наверное. Вот здесь. Не, если бы вот эти вот хреновины бы не мешались бы. Разгон. Но зачем вот здесь я могу поставить портал? Вот здесь. И вот здесь. Так, я могу тут поставить портал, допустим. Это мне туда достал. После чего как-то почитаю сюда. Вылет. Как же их так поставить, чтобы у одного они вот так вот стояли, да? Мы помчимся полей утром ранним. А как мы это прошли так? Мы же это прошли. Прикол весь вот именно в этом месте. Надо придумать, каким, блядь, сука, как и кверху, его туда поставить. И зачем же проход есть вот сюда? Наверное, для того, чтобы поставить портал сюда. Не, ну нам дают, кстати говоря, вот этот вот участок. Зачем-то. Да, это искусство, а не тест. И по сути, решения здесь нет. Но если бы оно было, это не лучший способ найти его. Да что такое? Не получается так. Я понимаю. Вам нравится кислота. Всем нравится кислота. А теперь можно перейти к следующему экспонату. Нам нужен третий. Не, ну год, где я третьего найду? X.
Как-то оно должно, короче, резонировать. Но как оно должно это резонировать? Я не понимаю. Или же... А зачем нам... Все, окей, допустим, выброс. Романыч! Чё? Я допёр, бля! Почему у тебя вот здесь вот? Романыч! Короче, тебе надо поставить вот на эти хрени с двух сторон по порталу. Зачем? Поставь! Вот с этой стороны и с той стороны. Ну, а как я это сделаю, блин? Тебе надо это сделать. Ну иди сюда, без своей помощи не сделаю. Я и спустись. Потому что я понял, как эта херня проводится. Поставь мне портал, чтобы я туда перешел. Понимаешь, я допер. Смотри. Вот ты не поверишь, как я допер-то, ёптать. Так, у тебя есть вот эти два... Я понял. Насколько это было? Идиот! Насколько мы идиоты, что сложно думали! Как я до этого допёр, бля? Сейчас погодь надо. Мне надо его поймать, наверное. Блин. Стоп. Так, а где он? Тебе прыгать надо вместе с ним. Надо в одно время. Ты, бля, прикалываешься? Да не там прыгай. Да, вот там, на счет три. Раз, два, прыжок. Ты чё? Ладно, давай. Раз, два, прыжок. Тебе меня лови. Да, нахер тебе это нужен? Пошли. Вот, на это пока что нашу эту часть закончим, продолжим следующий. Всем спасибо, всем пока.